Приветствую вас, дорогие друзья! Сейчас будет видео о том, какую одежду я взяла с собой во Вьетнам и Таиланд, и что оказалось нужным, что оказалось лишним. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Первый наряд, который я вам покажу, это такое платье. Оно из легкого крепдешина, ну, скорее, оно такое... Как говорится, в мир, в добрый люд. Так, длина вам его не видна. Что же? Придется показать вот так. То есть она достаточно длинная, есть разрезы ниже колена. Здесь оно выполнено как майка, приталенная, с выточками на груди. Ну, такое платье простое. В то же время элегантное. Благодаря яркому коралловому цвету оно годится для каких-то торжественных. Пойти в ресторан по какому-то случаю, оно вполне годится. И это платье стопроцентно надо было брать, потому что оно легкое, невесомое, оно дышит, подходит на все случаи, как я уже сказала, несколько раз. И занимает мало места, его можно... Вот такой объем занимает это платье, вот столько места в сумке. И такой способ транспортировки ему тоже подходит, оно не мнется. То есть, когда вы его разворачиваете, оно абсолютно пригодно сразу к употреблению. Вы можете его развернуть, надеть и сразу пойти. Второе платье, которое я вам покажу, сейчас на мне, представляет собой огромный балахон. В принципе, это платье удобное. Это платье великолепно. Каковы его плюсы? Оно 100% из хлопка. Оно просторное. Оно не обтягивает подробности вашего тела. У него хороший крой. И вроде бы в нем должно быть прохладно, поскольку это хлопок. Но мне в нем жарко. Еще один плюс – огромные карманы. То есть проходить таможенный досмотр. Нет, вообще-то не вариант. Через металлическую рамку вы не пройдете, если будете проносить что-то запрещенное. Но какие-то бутылочки с косметикой больше 100 мл, наверное, можно было бы пройти. Для меня в нем один, не мой размер. Несмотря на то, что у меня есть что скрывать, там непропорциональные объемы, то есть маленькая грудь, маленький бюст и широкие бедра, мощные. Прекрасно носить одежду большего размера, но оно мне оказывает медвежью услугу, то есть имея размер L при моем, ну, оно создает иллюзию, что я его полностью заполняю. То есть не видно, что оно сидит на мне свободно. Вот эти вот рукава, которые заканчиваются на самом таком неблагоприятном месте, подчеркивают мои окорока. В каких-то ракурсах прямо выпячивают целлюлит, который я вроде бы так в другой одежде не замечаю. У него еще очень интересный низ, это плюс, стянутый на резинку. Это удобно. То есть при любой погоде, при любом ветре ничего не откроется, ничего дурного не случится. Однако же, вот имея вот такую ширину, это платье мне делает объем. То есть я в нем бабища такого размера, какое это платье. Хотя вот я бы предпочла так, чтобы мне подчеркнуть свои узкие места и расконцентрировать внимание от широких мест, так не очень красиво. Вот это платье, которое я сшила и показывала его на своем другом канале, как я его шила, я тоже почему-то не очень люблю. Оно тоже стопроцентный хлопок, то есть натуральное. Из очень легкой ткани, она буквально прозрачная. И если бы ткань была однотонная, то были бы видны подробности моего тела.
оно свободное. Ну вот мне кажется, не очень удачно делаю. Кто знает, я шила это его из остатка. Немного не хватает вот, на оборку, нужно было бы побольше немного ткани. И резинку я взяла не совсем, она не стягивает, она не давит, но должна была бы быть посвободнее, чтобы мне было комфортно. А не потому, что она мне давит, а потому, что она стремится сползти вот так вот сюда. В принципе, так тоже можно носить, но мне так не нравится. Вот почему-то я это платье не люблю. Но оно совершенно невесомое. Оно вообще тоже вот так вот в кулак можно собрать. Поэтому ну, это платье я бы не стала выбрасывать из чемодана, если надо было сохранить вещи. Это платье, которое я брала, которое я тоже сшила на другом канале, показывала пошагово, как я его конструирую. Полностью мое авторское, можно сказать, платье. Я взяла только потому, что я его сшила в конце лета и не успела поносить. Вот, понимаете, была хотелка, и она осталась, ее надо было удовлетворить. Ну, оно, в принципе, удобное, оно также из хлопка, может быть, с небольшой добавкой чего-то. Нет, не думаю, что есть добавка, потому что этого не ощущается совершенно. Удобное на все случаи жизни, оно, да, мнется. Оно мнется, но мне это не мешает его носить. Его можно было тоже не брать абсолютно спокойно. В нем есть такой небольшой конструктивный недочет. Вот эта молния стремится расстегнуться. То есть здесь надо было мне какой-то фиксатор придумать или что-то как-то по-другому решить. Я не скажу, что тесно. Так вот, кстати, вот так вот оно стремится расстегнуться. Я не скажу, что мне тесно в нем, абсолютно свободно, комфортно. Еще хорошо, что его можно носить без нижнего белья, без бюстгальтера. Вот. Если бы не было другой одежды, других платьев, его 100% можно было бы брать. Но можно спокойно обойтись без него. Вот этот комбинезон. Безумно удобный, очень стильный, интересно смотрится на протяжении последних 10, может быть, дальше даже больше, 15 лет. Он смотрится интересно, актуально, всегда как бы не на острие моды, но очень близко к пику. И такое, такие брюки, ну, назовем их саруэл, допустим, да, разные названия носят. Удобна эта форма тем, что она комбинезон, нигде можно ходить, не заботиться, что где-то из-под брюк что-то выбилось. То есть это сплошная одежда, здесь есть как бы кармашки, ну такие малофункциональные, ну так в руки положить. И даже здесь есть кармашки, тоже может быть не очень функциональные. Он легкий, здесь тоже, наверное, есть хлопок, очень тонкий, конечно, добавлено и синтетическое волокно для эластичности. Кстати, у таможни здесь ничего не провезешь. Почему в карманах ничего не провезешь? Потому что они проверяют даже вот это вот, у меня торчит выпуклость, молния торчит. Они здесь вот проверили, похлопали, пощупали, не провожу ли я чего-то там. Ну вот, что сказать. Вещь удобная, можно было взять ради того, чтобы эффектно... Ну, потому что я в нем себя действительно чувствую эффектно. И как-то в тему, это и азиатская тема, и как бы и европейская. Вот. Это вещь хорошая, цвет приятный. Вот эти две вещи родом из 90-х. Я не могла их не взять с собой из-за ностальгии, потому что именно тогда в 90-х, ну, может быть, по окончании 90-х, сестра у меня их забрала. То есть это я покупала прямо, наверное, в 90-м году, где-то в Ахтюбинске. Это юбка-брюки, кюлоты. Нынче я посмотрела в Бангкоке, очень многие женщины носят именно кюлоты. Я не знаю, может, это каждый год так происходит, я до всего только. Один раз, первый раз побывала в Таиланде. Вот. Ну, в общем, это очень популярный вид одежды.
И вот эту, вот этот пуловер я связала сама по журналу Бурда. Очень удачное сочетание. В журнале Бурда оно из белоснежного хлопка связано. А у меня есть цвета слоновой кости. И мне кажется, цвет слоновой кости к этому узору очень подходит. У меня вот лично такое впечатление резной слоновой кости. Вот. Эти штаны очень простенькие, они на резиночке. Вот так вот собраны. К ним нужно подобрать при моей фигуре, к ним нужно подобрать хорошую футболочку. Такую, чтобы она делала талию, что ли. В общем, такой пояс для меня не очень удачен. Мне нужно делать акцент на талии, а она расширяет. Она хоть акцентирует внимание вроде бы на этом месте, но она талию очень расширяет. То есть подчеркивает, что талия не тонкая. Так. Ну вот. Я говорю, что у меня еще не было случая поносить эти обе вещи. Я могла бы прекрасно без них обойтись, но вот хотелось. Перед самым отъездом я думала, где мне взять шорты. Добежать до H&M, поискать там в распродаже, вдруг там зимой в самых таких низких ценах, что по 200, 300, 500 рублей есть шорты. Очень надеялась на это. Но не добежала я до H&M, зашла в последний вечер к сестре и взяла у нее несколько вещей. Вот половина вещей, которые я вам показывала, это вещи сестры. Ну и что они большие. Мне нужны шорты, все равно надо шорты. И я взяла у сестры шорты. И что? Вот так вот, ничего страшного, что они большие, этого незаметно. Ну, у человека с полными бедрами незаметно, что это велики, шорты, штаны. Вот. Это становится заметно, когда вас окатывает волной, средняя часть намокает, отвисает, и все, всем видно, что вы идете в больших шортах. Причем это сразу не очевидно, что они большие, а просто вы видите человека, который идет с висящей мокрой мотней. Зрелище, то еще. И, в общем, я сказала, чтобы я еще раз надела большие шорты, никогда я не буду носить одежду, которая мне велика. Все, точка. Великолепную рубашку. В похожих ходят все китаянки на курортах. Ну, и вообще туристки китаянки, может, они и дома так ходят. Но прямо в очень похожих рубашках. Она тоже из 90-х годов, я тоже не могла ее не взять. У меня есть фотки 90-х годов, где я в ней сфотографирована. Я просто... Ну, она легкая, штапельная. Она такая на кнопочках. Ну, что не принципиально, но тоже есть момент удобства. Быстро застегну. Она хоть и мнется, но она же штапельная, это ей простительно. Ей такой свойственный расслабленный стиль. Эту рубашку я бы взяла все равно. Пусть бы она была 25-я по счету. Ну, рубашку я бы взяла тоже в любом случае. Мужская рубашка с коротким рукавом, из хлопка, с интересным принтиком. Подходящие по цвету джинсам всегда нужная вещь. Ну как ее было не взять? У меня сейчас все вещи помятые, потому что я достаю прямо из сумки. У меня нет возможности их развесить, потому что шкаф маленький, он занят. В той комнате, где ночую я, есть вот эта только вешалка, где сушится белье. Я вам покажу ее позже. Вот. В общем, вот эту рубашечку я бы взяла в любом случае. Да, и вот так вот на мне сидит эска, или это даже XS-ка, сейчас посмотрю. И обратите внимание, вот здесь у меня наклеечка, это на память о нашем посещении Dream World парка в Бангкоке, парка развлечений местного Диснея. Туника из льна. Я могла бы спокойно без нее обойтись. Она, конечно, очень эффектная, элегантная, годится на разные случаи жизни, но требует утюга непременно. Вот в мятом виде как-то, ну, уже не совсем тот стиль. Да, и в поисках шорт я нашла старые шорты сына и взяла их с собой.
Они немножко, поскольку они мужские, они не рассчитаны на женские формы, немножко тянут вот в этом месте. То есть не всегда в них комфортно. Так, вот еще один комплект, который мне не пригодился совсем вот при каких обстоятельствах. Почему? Потому что, несмотря на то, что по ночам сейчас плюс 23, а днем плюс 27, все равно мне в нем жарко. Да, местные люди носят куртки и джинсы, но мы-то люди из Сибири, для нас 27 градусов тепла – это жарко. И вот ни разу не пригодился. Хотя это хлопок, это силь, это лосины, которые тоже могут пригодиться. Ну, например, мне они пригодились во время перелета, не более того. Красиво, но можно было оставить дома. Так, вот в чем я совершала перелет, что возможно мне пригодится, если вдруг мы поедем на экскурсию на север Вьетнама, хотя в это слабо верится. Джинсовая рубашка и джинсы широкого покроя, сидящие с высокой посадкой. Правда, они не выше талии, чуть ниже, но все равно это не то, что там на бедрах, когда вываливаются круги жира. В общем, джинсы довольно комфортные. В них я совершала перелет. Они из хлопка. Ну, вещь необходимая. Хотя я бы их тоже не стала брать. Лучше ехать с пустым рюкзаком. Хорошо знакомая моим давним зрителям рубашка в клетку из тончайшего хлопка. Рукава регулируются, можно и закатать, застегнуть на пату и сделать короткими. Эту рубашку я бы взяла в любом случае вместо вот той джинсовой, потому что она тоненькая. В жару в ней не жарко, но если чуть прохладно, ее можно надеть вместо жакета. Так что эта рубашка универсальная. Знакомая моим давним зрителям футболка из Нью-Йоркера с совой, рукав 3/4, свободная. Я ее очень люблю, ношу дома. Могла бы не брать в поездку, но взяла на случай таких чуть более прохладных вечеров. Пока что еще не пригодилась. Шорты отбраковываю, большой размер. Ну, лучше бы, если бы был размер мой, я бы взяла эти шорты, чем те. Ну хорошо, одну рубашку с длинным рукавом я возьму на всякий случай, на случай прохладной погоды. Эту рубашку не беру, не беру. Вот эту красоту, ну хорошо. Нет, кардиган у меня есть, но вдруг будет не так, не настолько холодно. Все-таки с длинным рукавом хлопковый джемпер взять, наверное, надо. Ну и эти кюлоты, ну, пожалуй, тоже взяла бы. Места они занимают немного, носить я их не наносилась. А сколько мне осталось, дальше пенсия. Хочу походить в них. Хотя для пожилых женщин они годятся вполне. То есть я могу и в 60 лет их носить. Мне кажется. Ну вот, таким образом, что у нас получается? Раз, два, три, четыре. Дальше сюда. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Все, это все. У меня нет головного убора. Я планировала купить его здесь. И еще, наверное, куплю. Но вот здесь, в этой квартире,
Есть вот такая шапочка. В крайнем случае, если нужен будет головной убор, пойду на пляж в этом. Это 13-е, или я ее уже посчитала? 13. Ну вот, наполовину можно было гардероб отсеять. И еще раз пересмотреть, и еще отсеять. То есть вот этого было бы вполне достаточно. Ничего страшного, что нет ни одной юбочки, есть платье, есть юбка-брюки. Это не страшно. В общем, если вам был полезен этот обзор, это критическое видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, будет много интересного о Вьетнаме. Если вам чем-то близко то, о чем я рассказываю, обязательно следите за мной на YouTube. Я с вами прощаюсь, желаю вам приятного времени везде и всегда, здоровья, счастья, удачи, успехов во всех делах. С вами была Аюна Коновалова.